Привет. Пару слов о судьбе моего Sonic Model Binary Binary 1200. Во-первых, как вы можете видеть, краска местами обшелушилась на морде. С хвоста я вообще краску снял вместе со скотчем. Дело в том, что я там пытался крепить камеру на хвосте, и мне потребовалось перепроложить проводочки. И когда я прокладывал проводочки, пришлось маленько скотч снимать, а вместе со скотчем отделилась краска, и поэтому снял всю краску с хвоста. И в итоге вот такой вот белый хвост. Руки не доходят покрасить. Сейчас лето, усиленно летаю, когда есть время свободное. Зимой буду приводить его в нормальный внешний вид. Перекрашу, наверное, а может быть в другой цвет покрашу. Видно будет. Поставил нормальные пропеллеры самолетные, 8 дюймов, шаг 8 дюймов. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Напечатал вот такую вот стоечку для крепежа рекордера курсовой камеры. Kadex Baby Turtle. Такой вот крепеж получился камеры. То есть я прицепил просто изоленту на объектив, чтобы можно было ее так вот вытягивать. И пальцем туда засовывается. А сама площадочка приклеится вот сюда. И вот так получается модуль закреплен в самом корпусе фюзеляжа. Сама эта стоечка закреплена на 3M Dual Lock, который одновременно ее фиксирует и позволяет вынимать в случае чего. И также карточку можно будет более удобно вынимать. Следующие обновочки Sonic Model Binary 1200. Во-первых, перепечатал Motor Mount. До этого был вот такой. Сейчас напечатал другой. Нашел модельку на сайте RC Groups. И перепечатал из пластика ABS. На него крепится регулятор. Как раз в загашниках нашел регулятор. 35-амперный BL Heli 32. И оригинальные моторы Sunny Sky. До этого стояли подделки китайские под Sunny Sky. Решил поменять на оригинал, потому что у одного загудел подшипник. И решил греха подальше его поменять. Ну и регуляторы тоже поменялись. Вместо BL Heli S, BL Heli 32. По традиции добавил Low ESR конденсатор на регулятор, дабы сгладить помехи, генерируемые регулятором. Думаете, замена регулятора делалась ради эффективности? Нет. Только ради этого. Сейчас я их залью клеем, загерметизирую, чтобы влага на них не попала и не повредила. Наклею сюда, наверное, еще маленький радиатор. В отличие от этого местоположения, вот здесь регулятор будет постоянно обдуваться встречным потоком воздуха, что только плюс для него. Далее, как видно, установлена DJI FPV система, про которую я снимал отдельный ролик. Пока не нашел идеальное, так сказать, расположение для нее. Все, приглядываюсь, принюхиваюсь. Сначала ставил на серву на поворотку вот сюда камеру. И подальше видеопередатчик DJI. Тут сейчас экспериментировал с GoPro, печатал крепление на нос. И датчик воздушной скорости тоже пришлось переместить. Но беда в том, что в принципе все нормально, я в центровку попал, но получается батку 5-амперную пришлось сдвигать прямо максимально назад, что мне не очень маленько нравится. Поэтому GoPro, видимо, придется отсюда убирать. А жаль. На одно крыло поставил MPX коннектор для того, чтобы крыло сделать отстегивающимся. Все-таки хоть машина и позволяет перевозить самолет довольно-таки комфортно, но в дальнюю дорогу, конечно, хотелось полностью разбирать, иметь возможность полностью разобрать самолет, потому что так менее травмоопасно его перевозить со снятыми крыльями. Другое крыло пока не модифицировал. Думаю, тоже займусь этим по зиме, потому что сейчас со временем напряг. Также, как можно видеть, я снял GPS отсюда и переместил в хвост модели вот сюда, снизу. Сейчас покажу.
Собственно, вот сюда переехал GPS под заднюю крышечку. Ему там в хвосте хорошо, ему не мешают никакие магнитики. И это положение мне нравится. Сонар, который я ставил, показал полную свою бесполезность. Потому что показания такие, что лучше их не учитывать. Поэтому сонар я не использую и планирую его убрать полностью при ближайшей модификации самолета. Задние тяги поменял на более толстые, на с подшипниками. Тяга 2 мм из нержавейки. Теперь я за руль высоты спокоен. Теперь руль высоты не сгибает эту тягу, как было до на штатных тягах. Этот момент мне, конечно, не нравился. Изменений я не почувствовал. То есть я не могу сказать, что это такое обязательная модификация. Но зато теперь я уверен, что тот факт, что вот эта тяга изгибалась, меня больше не беспокоит. Пожалуй, на этом и все. В таком вот состоянии сейчас находится бинарик. Летает хорошо, как летает, мне нравится. Антенны приемника тоже пока не заморачивался, по уму не крепил, как я их закрепил в самом начале. Так вот, крест-накрест, так они у меня и стоят. В принципе, в такой конфигурации можно летать на 100 милливаттах на 4,5 километра. Радиосвязь уверенная. И пока я не заморачиваюсь с их креплением, меня полностью устраивает. Ну, когда определюсь с размещением видеооборудования, уже буду ставить канопу. Потому что не хочется сильно портить обтекаемость этого самолета. Такое было видео. Может, кому-то эти лайфхаки, эта информация будет полезная, что GoPro-ху на нос крепить маленькая бредовая идея. Поэтому, если видео понравилось, было полезно, ставь палец вверх, подписывайся на канал. Пока-пока.